Тетеев. Отдает пас на Ткачева. Тетеев тоже три проверит. Ну ладно. Добивает Тетеев эту трешку. Неплохо. Бакаев. Передача на Тетеева. Тетеев с разворота. Плюс два. Пять очков и пять Тетеев. MVP. Гунков понесет атаку Юты. Может, первые очки сейчас будут забиты. Прыгунков бросает блокшот. Петрунчак. Петрунчак сейчас просто за счет того, что активно движется на парте. Чак сейчас просто за счет того, что активно движется на паркете и по-настоящему вкладывается. И подборы собирает, и блокшот сделал. Первые очки забиты. Да-да-да. Теоретически, да, но там может быть еще имена бостонцев. Или типа. Передача отдает Прыгунков. Забивает, это end one, это end one. Неплохо. Сейчас очков также набрано. Вот, собственно, такое начало получается. Прыгунков может сейчас сделать счет 7-5. Да, и он его делает. Передача Тетеев. Бросает 3. Мяч выскакивает Бакаеву. Бакаев плюс 2. Легчайшее. Матвей. Развернулся. Оле, хайлайт. Прыгунков. Врывается под кольцо, а тут забивает сейчас. Прямо из рестрикта звуком этого матча. Почему? Потому что уже у него 7. В общем, что я скажу, это пока началось очень вяло. Я правда вот с точки зрения... зрительской даже не знаю, как бы, как вам это смотрится. 8 человек, можете написать. Чаще спокойненько разгоняет. Бросок с трехи от Кача, есть 3. Передача на Симонова. Симонов бросает трешку, вот так, прям в душку прилетает мяч, и подбор Орел. Берет и добавляет 2 очка. Тетеев против Симонова идет легчайшая, просто. Такой мисс-матч, просто. Кач забивает штрафной, Ткача. Сейчас найду. Царьков бросает 2, не забивает. Бакаев, Антуан, красиво. Красиво забивает. А то я даже не знаю, как бы, когда Бостон играет так и Юта играет так, я даже... Пекунков. Есть передача на Симонова. Симонов бросает 3, забивает. Симонов умеет. Умеет, мадёж. Матвеев. Передача на Тетеева не прошла. Есипов. Бакаев помешал, но Есипов бросает и не забивает сейчас Краснов. Есипов. Показ, бросок со средней. Есть. Настолько низкий, все с этим согласились. И защиты нет. Есипов 3 забивает. Счет равен, кстати. Кач. Плюс 2. Роман. Врывается под кольцо. Прыгунков забивает 2. Передача. Из угла. Прыгунков. Роман. Не точно. Прыгунков. 3. Есть. Забит под брат. Вперед выходит Юта. Кач со средней, есть, плюс 2. Симонов бросает, забивает еще 2 очка. Тоже тут такая перестрелка пошла. Перехват от Ткачева и Трантин. Снова на Ткача, Ткач плюс 2. Симонов подает на... Есть Есипов на Орла, Орел забивает. Богдан
Плюс 2 очка тоже и отдает на Петрунчука. Матвеев бросает сейчас и добивает. Со средней 2 очка защита на Матвееву. Вообще часто начинает атаки команды Юта Джаз сегодня. Ну, а кому еще, если не ему быть поинт-гардом? Прыгунков плюс 2. Хороший проход и лей-ап. Прям в лицо. Перехват от Ткачева. Ткач. Сверху? Нет, ну, тут, мне кажется, Ткач не будет сверху. Ткачев. Ткачев забивает сейчас под кольца еще плюс 2. Ну вот Ткач включил. Забивает второй. Прыгунков. Бросает и забивает Эндуан. Прыгунков. Ну хорошо проходит сегодня. Еще такая защита в стиле, я не знаю. Особенно от Матвеева. Конечно, уникальные ситуации. Ткач, есть! Юра просто, ну, дело плохая статистика, в основном про очки, конечно, я говорю, тут в остальном, особенно с передачами, не старается, Ткач. Что, только что Макс Зубенко приходил, говорил, что Матвеев и Ткач вчера тут, после того, как у них матчи были, ну, это Бруклин, и спортивная диета, это 1,5 литра пива и хот-дог в кампусе. Забивает сейчас Симонов. Ну, Симонова стабильная трешечка. Веев. Но если это будет, кстати, поражение Бостона, это будет самое бостонское поражение из всех бостонских поражений. Ткач забивает 3. Ну, если вот такое продолжает лететь. А я спалил, что ли? Я не знаю, возможно, мне Макс Зубенко пересказал, что они здесь сидели и типа просто сидели. Ну, или вы. Как вы смотрите эту игру и получаете удовольствие? Насколько я понимаю, вы просто смотрите, как Ткачев бросает. Ротирует мяч сейчас Бакаев, ускоряется Матвеев. Забивает Матвей. Матвей Алексей Шляпин, спасибо. Я ради ваших сообщений в чате. Только ради этого стараюсь. Просто с игрой тут наблюдать только за Ткачевым остается. Даже Матвеев мяч не получает. Это вообще как вообще? Краснов забивает. В любом случае, кстати, Ткач немножко у него меняется как будто стиль игры. И не отличается от нынешнего Ткача. Тут какой-то тот Ткач был как будто менее стабильный и чуть более хаотичный. Чуть более хаотичный. Нынешний Ткач вообще, в принципе, в каждом матче выглядит очень спокойным и понимающим, что делает. В этом есть некоторый аспект. Счет такой близкий. Команды вот мяч дают друг другу. Вот, ну, короче, я поясню для всех, кто сейчас подключился. В этом матче каждая атака. Кроме вот таких там дальних передач, например. Ты такая защита, вообще не хотят вкладываться игроки. Спутать. Ну, в общем, у него очень хорошо было. В основном про подбор нападений, скажу. И еще только отрабатывает, в принципе, он, сохраняя мяч, команде. Прыгунков. Забивает Прыгунков из-под кольца. Качок забивает из-под кольца. Хорошо, сейчас продату на сегодняшнюю игру. Ну, камон, дайте бросить. Это ж Симонов. В принципе, это его работа тут. Забивает сейчас Тетеев. Тут кого-то, Тетеева летом. Я просто помню, что я их летом видел. В прошлом сезоне, вот я не уверен насчет того, были ли они благо. Тетеев подбирает. Забивает сейчас coast to coast. Я, конечно, добавляю здесь некоторые постраничности. Они были в хай. Этот же состав. Просто такой состав у них. Прям дивизион лав, дивизион лав.
Ну, то есть как-то подумает Атланту Хоукс. Вот такая команда, знаете, вроде бы должна быть середняком, но андердог. То есть, ну, прям такой, и картина тире вверх. Ну, то есть, вот такая история. Но здесь, если им нравится, это как Никита Смородин говорил, игрок Cincinnati Bearcats. Он до этого играл вот неомысленно этот счет, и несмотря на то, что Юта андердог, мне все равно нравится, что Юта присутствует. Особенно, когда у них приезжает Рыбалкин, приезжают еще недостающий сегодня центровой Азизов Рустам. Достаточно талантливый игрок, не супер топ уровня, но достаточно талантливый игрок под кольцом, как четвертый номер, я думаю, состав. За них хочется болеть, как за Sunrise, и за другие команды. Правда, Юта посильнее, чем Sunrise, все-таки именно индивидуально. Забиваем сейчас ткач еще. Возвращаемся к игре чуть-чуть. Забивает первый орел. Комментировать, и вы можете писать ему в чат. Ему даже донатить можно, поэтому вы его обязательно тоже поддерживаете. Там я не знаю, какие там будут игры, но следующая игра точно тоже поддерживаете. Там я не знаю, какие там будут игры, но следующая игра точно будет такой. Прикунков. Забивается под кольца, пробежал сейчас хорошо. Есть, попадает передачу. И бросок залетает от Краснова, трешка есть. Четвером осталось Юта Джаз. Дружак еще на Титеева. Бросок Трандина. Есть. Добивается трешка.